процесс уточнения государственной границы между Арменией и Азербайджаном должен осуществляться при участии России. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом в понедельник 17 мая на заседании Совета Безопасности заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Процесс уточнения границ и открытия коммуникаций необходим и Азербайджану, и Армении. Эти вопросы должны решаться в трехстороннем формате, по поводу чего несколько раз были достигнуты договоренности. Но Азербайджан считает, что процесс уточнения границ должен быть проведен в двухстороннем формате. Подобное не может произойти по той простой причине, что между Арменией и Азербайджаном нет отношений, подчеркнул он. Пашинян также отметил, что переговоры с азербайджанской стороной по урегулированию ситуации на границе с Арменией продолжатся 19 мая. Переговоры вчера продолжались до позднего вечера. Они возобновятся в среду. Тема переговоров одна. Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Пока этого не произошло, сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении.